Здравствуйте, ребята. Сегодня играем матч Rivals Online с командой 99-99. Хочу напомнить, что появился Летанг, Кейн и Марнер. В коллекции ТОЦ. Кейн, например, можно момент 96 поменять на 99. Пока на 96, что ли, 97 ТОЦ за 13 коллекционных. Не дешево, но зато, скорее всего, Кейн тоже вырастет до 99. Погнали. Вышел шайба из зоны. Соперник достаточно бдительно играет. Как-то достаточно легко обходит моих игроков, я считаю. Опасно. Пробил коленку нашему игроку. Щелчком. И Патрик Кейн, про которого я сказал на сегодня матч, что есть его новый ТОЦ. Вышел 13 коллекционных, кстати, забивает. Открывает счет в этом матче. В прошлом видео был необычный на 21-22 минуте звук в студии, извиняюсь. Не знаю, как так получилось, я говорю, нервозное напряжение вот это. Кейн убежал, да? Looking to make something happen in the offensive zone. There's a hit on the play.
Опасная, но Коски не спас. Так, немножко тест состава сделал. Забыл это вернуть назад. В первом звене у нас играет справа за место Хала Капризов тот. Это, кстати, чувствуется. За место передачи он бросил поворотом. Это я про игрока нашей команды. Хотя я отдавал кнопку на отдачу передачи. Переходим во второй период. Вообще, Патрик Кейн сейчас у меня, мне кажется, один из лучших бомбардиров, потому что я когда у него шайба, я ему включил Unstoppable Force, Wheels, и он просто как зверь гоняет. В прошлом матче, который я выкладывал, помните, за 20 секунд 2 гола забил в конце. Повезло. Я не понял, почему так легко игроки соперника. Очень легко игроки почему-то, ну, наверное, я думаю, из-за пинга, да, кстати, вот, из-за пинга. Мне у них шайбу не отобрать, они очень легко контролируют, что мне даже не подобраться. Часто я слышу это от игроков. Но если с финнами играете, с шведами, придется вот эту ерунду терпеть. Красиво. Сейчас должен быть проброс, да, потому что уже, смотрите, как грубо после свистка печатал игрок финской сборной нашего борт. Кошки не так хорош, 1/3 матча он проиграл. Слабовато. Надо 10-я часть. Ну, вообще, блокировка Кейна была. Да, у Кейна маленького, конечно, отгрызли шайбу.
там Кэн не бился. А тут Фокс, видите, его избили по дороге без шлема, бедный, но все равно момент реализовал, гол забил. Да, игроки немножко акватные бегают, я думаю, из-за пинга. Здравствуй, пинг. С финами говорю, когда играем, это частая проблема. А Маккинон не выдержал, свалил. Якобы зацеп... Ну да, был зацеп, ладно, что говорить. Так, я нажимал Кейном спиной раму. Опять удаление. Да, сейчас тоже я сделал удаление. Вот это. Кейн отомстил. Помните, его где-то минут 5 назад вдавливали борт? Это вот месть. Сейчас главное надо, чтобы бросить поворотом не дать. Заблокировали бросок. Вовремя присели. Еще 2 минуты практически в меньшинстве мы играем. Это 50. Макдэвид прорывался по левому флангу, мы ему поддали хорошо. В следующий раз, наверное, так уверенно уже не побежит. Опять офсайд. Так, все-таки большинством воспользовались, но игроки сильные, хорошие. Да,
Ой. Сольный проход Ларкина. Классическая, кстати, в этой игре диагональка. Подставил клюшку Марк Мессье. Делал наброс небольшой такой, как его зовут-то, забыл, ралли. В общем, ралли набросик сделал Марк Мессье, забил гол. И, ребят, извиняюсь, что повтор не смотрю, просто игроку, наверное, не очень приятно будет. Слушайте, теперь у этого игрока что-то с пингом случилось, потому что явно он замедлился. И сразу 4 гола пропустил, что не должно быть. Успели клюшкой подработать. Какой проход Кейн, это тоже неплохо, да? Кросби мы легко вытолкнули. Хочется Пронгером кого-нибудь встретить. Удаление. Да, но мы в конце, конечно... Я, кстати, почувствовал, когда гол мне забили, что игрок сейчас расслабиться может, потому что такое бывает. Очень стараешься, забиваешь гол, энергия закончилась. Слишком много энергии. Надо все-таки поспокойнее, даже когда проигрываешь. Неважно, проиграешь ты или нет. Можно так проиграть, что и потом вообще играть в хоккей не захочется. Нельзя слишком много энергии тратить. Знаете, многие игроки пишут. Вот, играл, но не доиграл. Тут легли под шайбу, очень все просто. О, молодец. Все, щелчка гол забил. Хедман. Блин, этот Хедман тот. Я бы тоже такого хотел. Молодец, парняга, что у него он есть.
Не, не даем прорваться. Опять удаление. А тут по полной же игрок сносит. Психика не в порядке, если можно. Нет, чтоб нормально играть. После этого матча еще может карьеру завершить. Вот я чувствую. Ну, ладно. Почему просто не выбить шайбу сейчас? Вот треугольник, R1 треугольник, как мы с вами делаем. Че беситься-то? Ну ладно. Выиграли, но как себя вел соперник, мне не понравилось. Ну, для финнов нормально, в принципе. Они, в принципе, задроты такие, обидно проигрывать. 10 очков, 9 очков не дали, неплохо. Так, кошка как отстоял? 93-й. 0.75. Так, Хедман 98 забил, МакДэвид 97. Хорошая команда. Хорошая команда у соперника. Вот эти топовые игроки все, они на максималке практически, вы понимаете. Юберто, Мак, Маккинон, Марнер, Экель. Экель собой, Мэтьюс 99. Ладно, все понятно. Все, ребят, спасибо за просмотр. Хорошего вечера. Пока-пока.